На камеру мотор, поехали, привет! Привет, меня зовут Павел Выхов, директор Алтая, Сибири. Я нахожусь в аэропорту Египта, в Шарм-эль-Шейхе. Только что возвращаемся с конференции в Шарм-эль-Шейхе. Конференция Арифлейм. Конференция Арифлейм. Это уникальная возможность. Ребята, вообще я так понимаю, что это будет показываться мужчинам, поэтому я говорю, ребята, идите в Арифлейм. Это реально работает. Это реальная возможность изменить свою жизнь, реальная возможность путешествовать. Павел, у меня вопрос. Скажи, пожалуйста, кем ты был до Арифлейм? Кем ты работал? Видно, что ты человек-то непростой, тем более с Алтая. Предприниматель немножечко. Магазин, продолжаю сдавать его в аренду, но самое главное, я понял, что бизнес Арифлейм... Как ты это понял? Когда пришел, послушал презентацию, это уникальная возможность, реально, это работает, это действует, это классно. Классно. Какие цели? Расти, расти, однозначно Стамбул. О, увидимся в Стамбуле. Майами. О, круто, бриллиант. Сложно, но отлично. Возможно, все возможно. Спасибо тебе огромное, успехов, и чтобы все твои мечты осуществились. С Арифлейм. С Арифлейм. До встречи в Турции. Пока.